Вчера мне пришла повестка с полицейского участка сектора С. Очередная повестка, очередной штраф, где меня вызывают 26 числа. Дать объяснение по поводу того, что я использовал символику серп и молот в нашей акции. А напомните, какая акция была? 6 ноября состоялась акция протеста против запрета символики, мою поддержку, которую мы организовали, спонтанный митинг, где мы демонстративно сожгли протоколы со штрафом. И вот вчера пришла повестка в том, что меня обвиняют в том, что я организовал этот пикет, и предъявляют мне очередные обвинения. А на самом деле как? Митинг был спонтанен. Разрешение мы не брали у премьера. У нас было до 50 человек. И штраф я оплачивать не собираюсь. А вообще какой штраф грозят вам? Примерно такой же, как и в прошлый раз. От 150 до 200 условных единиц. То есть от 2 до 3 тысяч лет? Да. Как в прошлый раз. И ваши дальнейшие действия, что вы дальше делаете? Мы будем протестовать все это в суде, потому что я действовал на основании 32 статьи Конституции Республики Молдова, на основании статьи 10 Европейской конвенции по правам человека. Я использовал свое право на свободу выражения.